скажу. Это романсовый голос. А напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Да что вы. Да, я из города Зеленодольск, Республика Татарстан, и уже живу в Москве. Вот. Я тебе это припомню вообще. Он не знал. А мне Александр Борисович говорит, ну возьми, пригодится. Я думаю, ну, действительно, наверняка пригодится. Но самое смешное это другое. Самое смешное это другое. Не лезьте мне говорить главное. Что в тот раз... Я один повернулся, а эти все нет. Вот в чем дело. Конечно, со словом ты просто обращаешься. Как и обращалась 9 лет назад, так и сейчас. Это такое Спасибо. Мастерство тонкое. Мне захотелось закрыть глаза и просто погрузиться в твое видение. Я прочтение. Погружусь ей завтра. Она будет в театр придет, она погрузится там. Но как бы я все равно повернулся первый в самом да? финале. Да. Как бы да. Психанул. Вот оно как оно оказывается. Я говорю, да ну нафиг, блин, что я это не нажимаю, сижу как бы, ну... Спасибо вам большое. Я просто невозможно счастлива здесь находиться. Я очень рада вас видеть. Спасибо большое. Я пришла исключительно, чтобы увидеть вас, поздравить с юбилейным 10-м сезоном. И пожелать, конечно, всем участникам удачи. И пусть этот сезон будет очень яркий. Эти цветы, Александр Борисович, это вам. Спасибо за все, что вы делаете для всех нас. Такая молодец. В театре увидимся. Гениально, как всегда. Привет, моя хорошая. Очень круто спела. Вообще. Я абсолютно честно повернулся на какого-то исполнителя, но не знал, что это ты. А напоследок я скажу. Всем удачи! До свидания. Прощай, любить не обязуйся.